21,5 тысяча сургутян проголосовало за проекты, предложенные к благоустройству в следующем году. Больше половины жителей, принявших участие в опросе, 11 тысяч человек, поддержали продолжение реновации парка за Саймой. На втором месте по популярности сквер на углу бульвара Свободы и проспекта Ленина. Следом идут площадка для выгула собак в жилой зоне 20-го А микрорайона за домом на 30 лет Победы 42/1. 2230 горожан прониклись идеей продолжения обустройства сквера за Дворцом торжеств. Чтобы Сургут получил федеральное финансирование, нужно еще немного. 3500 откликов горожан. Любой желающий сургутянин может зайти на сайт 86городсреда.ру. Зайдя через аккаунт в госуслугах и проголосовать за любой из этих объектов. На сайте там же размещена краткая информация о каждом из этих объектов.